Мир вам, братья и сестры. Есть общепринятые фразы, которые вошли в обиход церковного богослужения. Приветствие проповедника «Мир вам» является одной из таких слов, на которые церковь единогласно отвечает «С миром». Или слово «Аминь», сказанное проповедником или участником служения, тоже отвечается «Аминь» залом. Или слово «Слова Христос воскрес», на которые церковь отвечает торжественно «Воистину воскрес». Это очень интересное явление богослужения, братья и сестры. Дело в том, что это было всегда так. Во времена всей церкви, всей истории церкви, 2000 лет, были фразы, которые были общеприняты собранием святых, которые имеют особый смысл для христиан и потому повторяются, которые имеют особый смысл. Почему мы их повторяем во время богослужения, братья и сестры? Иногда можно поймать себя на мысли, почему мы их повторяем? Дело в том, что единогласное провозглашение церкви всегда было частью церковного богослужения. Есть то, что менялось и меняется в церковном богослужении, есть то, что приходило и уходило из богослужения церкви, есть то, что было добавлено, смотря на всю историю церкви, совсем недавно, за несколько столетий. Но есть то, что мы видим, соединяет все поколения церкви. Это проповедь Слова Божия, это чтение Писания, это общее пение всего собрания, это молитва, это исполнение заповеди, это крещение. Всегда было частью богослужения. И что интересно, единогласное провозглашение церкви тоже всегда было частью церковного богослужения. Мы видим это в Писании, и мы видим это в истории. Апостол Павел заканчивает свое первое послание Коринфянам. Говорит следующие слова. 1 Коринфянам 16:22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Три слова. Анафема, маранафа и аминь. Все три слова использовали в богослужении церкви и были общепринятыми словами среди святых. Вот почему в наших Библиях на русском и на английском языке эти слова даже не перевелись. Они остались в оригинальном произношении. Слово «аминь», которое мы используем и сегодня, мы не должны использовать это слово неосмысленно. Это слово имеет огромный смысл, это слово спрашивает ответ у церкви. Это слово ищет подтверждение церкви. Это слово значит истина. Церковь отвечает на провозглашение истины своим подтверждением, сказанному одним словом «Аминь». Слово «анафема». В церкви первого века и позже говорил о твердом решении церкви. Это слово говорит об общем принятом, полном отвержении кого-либо из общества святых. Этим словом церковь подтверждала полное отлучение человека из общества церкви. «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема», говорит апостол Павел в послании Галатам. «Если кто проповедует не то Евангелие, да будет отлучен из собрания святых». И третье слово «маранафа». Почему я и обращаю наше внимание на эти слова? Что значит «маранафа»? Слово «маранафа» — это тоже провозглашение церкви, провозглашение, которое было использовано среди святых и во время богослужения. «Маранафа» — это два слова с арамейского языка. «Мар» — это «Господь», «анафа» — это «гряди», «гряди Господи». Единогласно провозглашала церковь, ожидая славное возвращение Господа Иисуса Христа. «Господи, гряди». «Господи, немедли, приди». Тема о возвращении Господа Иисуса Христа вызывает в нас порой разные переживания, порой непонимание,
порой какое-то волнение, порой страх, порой негодование на проповедника, порой уныние, порой пассивность. Почему, братья и сестры? Как христиане перешли от торжественного, единогласного провозглашения «Гряди, Господи!» к унынию и страху и непониманию? Этот вопрос мы достаточно часто слышим в наше время, правда? И мы порой слышим ответ. Христиане потеряли свое стремление, церковь изменилась, христиане живут во плоти. Вот почему нету желания «Гряди, Господи!» Но в этом ли причина? В этом ли причина, братья и сестры? Или же причина в нашем понимании этого события? Видим ли мы пришествие Иисуса Христа за Церковью как прославление Церкви Иисуса Христа? Как прославление и освобождение верующих людей? Как победа над греховным телом и миром? Как спасение, как оправдание, как самая великая радость и надежда для христианина. Или же наше понимание о пришествии Иисуса Христа что-то другое для верующих. Не есть ли в этом причина нашего ожидания этого дня? Что говорит Библия, как апостолы? Как служители церкви говорили о пришествии Иисуса Христа в Писание верующим. Как они провозглашали эту весть. Что они говорили церкви. Как церковь понимала и ожидала этот день. Давайте мы обратим наше внимание в Писание и посмотрим, как они ожидали пришествия Иисуса Христа. Как они понимали этот день. Великий день Иисуса Христа. Для этого давайте мы откроем послание Иакова. 5 глава, 7 по 8 стих, 2 стиха. Послание Иакова, 5 глава, 7 и 8 стих. Это совершенное, богодухновенное, авторитетное Слово Божие. Иакова 5, 7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Иаков, служитель церкви. Есть почти общее согласие среди ученых Библии, что послание Иакова написано младшим братом Иисусом, Иисуса Христа, не апостолом Иакова, который после воскресения Иисуса Христа стал одним из лидеров церкви в городе Иерусалим. Если есть почти общее согласие среди ученых Библии, что послание Иакова было написано достаточно рано по сравнению со всеми другими посланиями Нового Завета. Ученые считают, что послание Иакова было написано или прям во время гонения 12 главы Деяния, или сразу после него. В 12 главе Деяния Ирод убивает апостола Иакова и заключает Петра в темницу. Написано, Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. Это уже после великого гонения, как называет его Писание, на церковь, которая началась после убийства Стефана в 7 и 8 главе Деяния. Церковь Иисуса Христа в своих начальных годах переживает великое гонение и притеснение от государства и от религиозных деятелей. В итоге верующие названы рассеянными. Они вынуждены оставить место своего жительства. Гонение было настолько сильным, что верующие вынуждены были покидать место своего жительства, брать свои семьи, брать то, что они могли из своего имения, и вынуждены бежать. Иаков, как и апостол Петр, начинают свои послания, адресуя их рассеянным верующим. Иакова 1:1.
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Если мы жили в то время, братья и сестры, если мы могли написать письмо верующим, находясь в таком состоянии, в гонениях, что написали бы мы? Верующим людям, которые были изгнаны из своих домов, которые были изгнаны из своего города за веру в Иисуса Христа. Послание Иакова написано в трудное время для церкви. Он начинает свое послание, говоря о терпении, и он заканчивает свое послание о терпении. 5 глава, мы прочитали. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Три короткие мысли из прочитанного места Писания. Все три на букву «П», чтобы мы лучше запомнили. Призыв к терпению, пример земледельца и применение для сердца. Призыв к терпению, призыв апостола, 7 стих, он говорит: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Служитель церкви обращает внимание верующих, которые находятся в трудных обстоятельствах, на день, который будет в будущем, день Иисуса Христа. Он обращает их внимание от страдания на событие, которое будет в будущем. Он напоминает им. Он призывает их к терпению. Будьте долготерпеливы, братья. Слово «братья» в этом тексте Писания не говорит, говорит о семейной связи, а не о мужском поле. То есть, братья и сестры. Будьте долготерпеливы. Терпение – это способность принимать или переносить страдания. Служитель церкви призывает верующих людей к терпению во время страдания. Но он не просто говорит «терпите», он обращает их внимание. Что дает силы во время страдания? Где найти надежду во время страдания? Где найти силы терпеть во время страдания? Служитель церкви обращает внимание верующих людей на пришествие Иисуса Христа. Братья и сестры, верующие люди, находящиеся в великих страданиях, рассеяны, потеряв место своего жительства, находили утешение и надежду в вести о пришествии Господа Иисуса Христа. Это был камень их опоры. Это был надежный якорь во время шторма. Это их убежище во время войны. Будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Потому что в тот день все страдания закончатся для верующих. Потому что в тот день придет Спаситель. Потому что в тот день Церковь Иисуса Христа, которая находилась столько много лет в гонениях, притеснениях, будет прославлена. Потому что верующие люди, которые страдали на земле от различных гонений, от борьбы с грехом, от различных уныний, от жизни, на земле наконец-то будут прославлены, получат долгожданное освобождение. Это призыв Иакова к верующим. Пример земледельца. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Наш разум понимает великие истины или идеи простыми жизненными иллюстрациями. Простая жизненная иллюстрация. Земледелец и его плод. Нужно иметь в виду, что общество, которому пишет Иаков, намного по-другому относилось к земледельцам и к жатве. Это Палестина. Это первый век. Нету супермаркетов, нету Walmart'ов,
далеко не везде есть торговые рынки, и земледелие является основным способом выживания для людей. Нет урожая, нет комфортной и свободной жизни. Голод и засуха – это были два понятия, которые всегда были вместе в их обществе. Если будет засуха, то будет голод. Если есть голод, то была засуха. Вот почему в данном примере плод назван драгоценным. Не потому, что это был уникальный плод, который много стоит, он драгоценный, потому что без него люди могли просто потерять свою жизнь. Слово ждет. Земледелец ждет. На языке оригинала в данном стихе ожидание с великой надеждой. Земледелец ожидает с великой надеждой. Он ждет, братья и сестры, он ждет что? Он ждет дождя. Он терпит долго. Он надеется. Он ждет и терпит, пока получит дождь ранний, написано, и поздний. Здесь нужно иметь в виду климат Палестины. Дождь ранний и поздний касается климата Палестины. Второзаконие, 11 глава, с 13 стиха написано следующие слова. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний». И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Дождь ранний и поздний было очень знакомо для людей, которым пишет Иаков. Дождь ранний – это дождь осенний, который так нужен для посева. Без этого дождя почти невозможен посев. После жаркого палестинского лета земля сухая и жесткая. Нужен ранний дождь, чтобы вода могла проникнуть в землю и сделать ее готовой для посева. Но и это недостаточно для плода. Нужен еще один сезон дождя после зимы. Нужен поздний дождь, весенний дождь, чтобы растение росло и чтобы плод созрел. Нужна влага для плода. И ранний, и поздний дождь абсолютно нужен для земледельца. Нету раннего дождя, нету посева. Нету позднего дождя, нету урожая. И ранний и поздний дождь абсолютно нужны для земледельца. Но и ранний и поздний дождь абсолютно вне контроля земледельца. Он трудится, он заботится о своих плодах, но он вынужден полностью надеяться и терпеть. Написано долго, чтобы Бог послал дождь в свое время. Весь сезон земледельца от посева до плода – длинный сезон терпения и надежды. Иаков призывает верующих людей посмотреть на простого земледельца, увидеть его терпение, увидеть его надежду, набраться у него силы для своего терпения, набраться у него надежды. Потому что Бог верен, потому что Бог усмотрит, потому что Бог позаботится. Потому что Бог даст в свое время. Придет время, когда Он придет за своими детьми. Церковь, Его верующие избранные люди будут прославлены, будут освобождены от временных сильных страданий этого времени, независимо от количества или суровости страданий. Писание призывает нас терпеть. Но будет день, когда все страдания умолкнут. И будет день, когда верующие люди смогут отдохнуть от страданий на земле. Посмотрите, например, земледельца, который полностью зависим от Бога. Он долго терпит и ждет. Применение для сердца. 8 стих. «Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Укрепитесь, в английской Библии переводится, найдите силы. Найдите силы для своего сердца. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне
приближается. Это не предупреждение для верующих. Иаков не говорит: укрепите сердце, а то Господь приближается, аккуратно. А вдруг наше сердце не крепкое? Укрепите сердца, а то Господь идет. Нет. Иаков говорит: найдите укрепление, силу для своего сердца в своих переживаниях и страданиях, в надежде, что Господь приближается. Он не обращается к верующим в страданиях и в гонениях и не говорит им, маша своим кулаком. Он обращает их внимание на славный день Иисуса Христа, пришествие Иисуса Христа как Господа за своей церковью, за верующими, за Его детьми, за Его избранными. Укрепите свое сердце в этой мысли. Господь приближается. И страдание, которое переживаете вы в своей жизни, скоро закончится. Потому что верен Бог, и Господь Иисус Христос скоро придет. Итак, в заключение, призыв к терпению, пример земледельца, применение для сердца. Верующие люди имели общепринятое слово, которое они использовали в общении с друг с другом и во время богослужения, арамейское слово «маранафа» – «Господи, гряди». Это показывает их великое радостное желание этого дня, когда Иисус Христос вернется за Своей Церковью. Они ждали этот день. Они надеялись на этот день. Они укреплялись сердцем в своих сильных страданиях вестью об этом дне. Мы видим разницу между их пониманием об этом дне и порой нашим. То, что было великим утешением, укреплением для сердца верующих раньше, стало непониманием и даже порой страхом для верующих. Что говорит Библия об этом дне? И что порой думаем мы? Давайте мы вместе помолимся нашему Господу. Аминь.